Более 1 миллиарда тенге долгов по кредитам списали западноказахстанцы. В соответствии с указом президента Республики Казахстан, для граждан 5 категорий, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и в микрофинансовых организациях, государство погашает основной долг в размере до 300 тысяч тенге. При этом общая задолженность не должна превышать 3 миллионов тенге по состоянию на 1 июня текущего года. Погашение потребительского кредита в размере 300 тысяч тенге для Гульден Сержановой стало радостным событием. Мама двоих дочерей с апреля месяца начала получать адресную социальную помощь. Для методиста заработной платы 40 тысяч тенге снижение долговой нагрузки стало ощутимой поддержкой. Теперь можно вздохнуть спокойно, говорит Гульден. Еще в марте месяце я начала собирать документы для получения адресной социальной помощи. По решению комиссии с апреля месяца я начала получать АСП. Это весомая поддержка со стороны государства. А теперь, когда списали и кредит, который я взяла еще в 2017 году, стал поистине радостным событием для меня. Теперь мне стало намного легче. И не только мне, но и всем казахстанцам, попадающих под эти 5 категорий. Объявленная кредитная амнистия будет функционировать до середины сентября. Согласно планам Национального банка и правительства Республики Казахстан, всем должникам будет погашено по 300 тысяч тенге с каждого взятого кредита. Всего в Западно-Казахстанской области насчитывается более 44 тысяч заемщиков, попадающих под действие указа президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года, общая сумма которых составила 1 миллиард 62 миллиона тенге. Как говорят в Нацбанке, сбором документов не надо будет заниматься. Все процессы по погашению будет делать государство. Должникам лишь остается проверить свои кредитные долги, обратившись в банковские службы. По первому направлению, там есть определенная категория граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, то есть это многодетные матери, которые имеют 4 и более детей, соответственно, семьи, имеющие инвалидов или инвалидов детства более 18 лет, которые дети-сироты, соответственно, 5 категориям. Но, опять же, здесь нужно понимать, что беззалоговые потребительские кредиты возмещение должно быть до 1 июня, то есть постоянно 1 июня. Если после 1 июня, соответственно, конечно, она не будет подпадать под указ президента. По предварительным оценкам, помощь государству в снижении долговой нагрузки будет оказана свыше 1 миллиону граждан. Свой статус можно проверить на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты на inbek.gov.kz. Альбина Кумургалиева, Айбек Сагингалиев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.